Исследования восточной кухни привели меня к рецепту вкусного и сытного блюда. Расскажу подробно о том, как приготовить цумиван. Это блюдо родом из монгольской кухни и есть разные его вариации. Цумиван представляет собой самодельную домашнюю лапшу, которую обжаривают с мясом и овощами. Можно сделать вегетарианский вариант, в составе которого только овощи. Лапшу обязательно делают самостоятельно, тем более, что в этом нет ничего сложного. Подавайте блюдо сразу после приготовления. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Смешайте муку с 2-3 стакана воды, замесите тесто и выложите его в миску, накройте пленкой и оставьте на время подготовки остальных ингредиентов. 2. Вымойте овощи и нарежьте тонкой соломкой капусту, морковь и зеленый перец. 3. Очистите луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами, нарубите зубчики чеснока. 4. Вымойте баранину, обрежьте жир и нарежьте его и мясо тонкими полосками. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Разогрейте вок с небольшим количеством растительного масла, добавьте лук, а спустя пару минут мясо, посолите и поперчите. Влейте соевый соус и немного уксуса. 6. Добавьте в сковороду капусту, морковь, чеснок, перец. 7. Перемешайте все и обжаривайте около 8-10 минут, добавьте немного водички. 8. Достаньте тесто и раскатайте его очень тонко, затем сверните рулетиком. 9. Выложите рулет в пароварку и готовьте 5 минут, затем удалите. 10. Нарежьте рулетик тонкой соломкой, размешайте его руками. 11. Добавьте лапшу в сковороду к овощам и мясу, аккуратно перемешайте. 12. Переложите блюдо со сковороды в тарелку, украсьте перьями зеленого лука и подавайте к столу. Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Капуста, 4 штуки. Лук репчатый, 1 штука. Лук зеленый, 2-3 штук. Морковь, 1 штука. Зеленый перец, 2 штуки. Чеснок, 4 зубчика. Соевый соус, по вкусу. Уксус, по вкусу. Мюка, 2 стакана. Баранина, 300 грамм. Количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Заходите в гости.